Алоха, друзья, товарищи, меня зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Я знаю, что предыдущие пару разборов были немножечко такого среднего, я бы даже сказала, высокого уровня владения инструмента. В этот раз решилась немножечко пожалеть, поэтому сегодня мы будем с вами разбирать ту песню, которая играется в оригинале на укулеле, а песня это у нас с вами из мультика про лаву. Также эта песня имеет аж 4 куплета, а это значит, что ее можно шикарно сделать в дуэте, в трио, в группе, в общем, на что у вашей фантазии хватит. Ну а во всем по порядку, бери укулеле в руки и погнали учиться. Разбор на укулеле. Полную песню вы можете посмотреть в конце разбора, а сейчас мы начнем с вами с аккордов. Первый аккорд — аккорд С. Зажимаем первую струну на третьем ладу. Далее у нас с вами идет аккорд G. Мы ставим первую и третью струну на втором ладу и вторую струну на третьем. Для кого эта конструкция не особо удобна, то вы можете поменять этот аккорд на G7. Это когда мы зажимаем с вами вторую струну на первом ладу, а третью и первую струну также на втором ладу, но уже немножко другими пальцами. То есть вот G, а вот G7. То есть он звучит немножечко так обширнее, я бы даже сказала. И в принципе в оригинальной записи очень сложно понять, что из этого играется, потому что подходит все. Следующий аккорд — аккорд Фа. Зажимаем с вами вторую струну на первом ладу, а четвертую струну на втором. И заключительный аккорд — аккорд С7. Мы зажимаем с вами первую струну на первом ладу. Этот аккорд будет звучать у нас в припеве, и по сути, конечно, можно обойтись и без него, но я его оставила для красоты звучания. Итого мы имеем аккорд С, G, или G7, F и C7. Но если ты уже наконец-таки хочешь научиться одновременно петь и играть на укулеле, то специально для тебя я выпустила новую методичку по данному мастерству. Благодаря этой книге ты научишься зажимать баре, играть и подбирать аккорды, а также разучивать различные рисунки боя и переборов. А наглядные иллюстрации, листы для заметок и специальные QR-коды с видео помогут еще лучше изучать темы. Ну а всю подробную информацию, где же можно приобрести данную методичку, оставила в описании. Разбор на укулеле. Далее по правой руке. В принципе, вся песня играется от начала до конца боем шестерка. По-другому это когда мы играем вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Обратите внимание на ритм данного боя. То есть раз, и два, и три, и четыре, и... Его мы, по идее, играем два раза на один аккорд. И где у нас будет играться данный бой один раз, я отметила прям в скобочках. Рядом с этим аккордом написана циферка 1. Однако в этой песне звучит не совсем шестерка, а скорее больше гавайский или Ислам Страм называет его. Когда, по идее, ритм остался шестерки, но немножко по-другому. Для этого мы делаем акцент больше на второй удар, а первый удар чуть задеваем. То есть... Как будто мы немножко споткнулись и упали. То есть... Также можно сюда добавить более расслабленную правую руку, чтобы она как будто сама по себе волочилась. Получается такое. И чтобы прям максимально было похоже, как ребята на Гавайях, собственно, это все играют, мы можем использовать не только указательный палец, но и большой. То большим пальчиком я больше играю удар вниз. Неважно, это полный какой-то удар акцентированный или верхние струнки. А удар наверх я играю указательный. То есть у меня такая совокупность пальчиков получается. Такой бой получается более рассказывательный и прям максимально приближенный к оригиналу. Им также играют два раза на один аккорд, и где нужно сыграть один раз, все записано в скобочках. Но обратите внимание, что шестерка сама по себе звучит очень ярко, потому что мы ее привыкли играть указательным пальцем, и все очень ритмично и систематично. Однако в гавайской версии она сама по себе звучит помягче и расслабление. Поэтому все зависит от вас, какой вы вариант возьмете, так и будет звучать песня. В принципе, если вы уже много раз попробовали и у вас шестерка никак не получается, возьмите тот бой, который вы уже умеете играть на данный момент. Например, какая-нибудь тройка, по-другому это вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Давным-давно выше белых облаков
тогда и нужно будет сыграть 4 раза на один аккорд. Или можете попробовать сыграть пятерку. По-другому это вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Да-да-да, давным-давно выше белых облаков. Она тоже играется 2 раза на один аккорд. Разбор на укулеле. Основа разобрана, давайте теперь смотреть структуру песни. Сама песня начинается у нас со вступления. Мы его также в спокойном темпе играем. Обратите внимание, где С написано в скобках 1. Собственно, один раз там играем нужный нам бой. Получается следующим образом. Начинается первый куплет. В куплете, в принципе, то же самое, такой же порядок аккордов. И начинаем петь. Да-да, давным-давно выше белых облаков стоял вулкан один среди морей. А в воде и на земле сплошь парочки влюбленные. Так, в принципе, у нас с вами будут звучать все куплеты по песне. Дальше у нас с вами идет припев, и обратите внимание, что в припеве порядок аккордов немножко поменялся, но суть осталась такая же. Я буду жить мечтой лишь одной, что встретимся мы, и ты будешь со мной, и лаву мою. Да, обратите внимание, вот на второй строчке припева, да, там я пою слова «и ты будешь со мной», вот про это я как раз и говорила, то есть очень красив переход, послушайте внимательно, то есть «ты будешь со мной». В принципе, можно обойтись и без него, сыграть просто 2 раза подряд аккорд С. Все-таки мне хотелось подчеркнуть, поэтому я сыграла С и С7. Как я уже говорила ранее, она отлично подходит для пения в дуэте. И по всей песне есть такая штука, как замедление. То есть вот авторы в оригинале, они прям очень любят где-то замедляться, где-то ускоряться. Поэтому, в принципе, по раздатке я все это подписала, будьте внимательны. Ничего сверху делать не надо, то есть можете просто немножко умедлиться. То есть до этого вы играли примерно такой темп. То можете теперь делать замедление. В принципе, все понятно, все логично. После первого куплета и припева идет проигрыш, который немножко уже звучит замедленно. И потом начинаем петь второй куплет. Годы шли, а он все пел. Своей горел, пока не иссяк огонь надежды в нем. Вот только он не знал, что в глубине другой вулкан так ждет день за днем, когда он запоет. И так далее. То есть там куплет, припев, все идет по одной стезе, я вам так скажу. Поэтому, в принципе, можете основную базу выучить и просто делать копипаст. Также, конечно, там постепенно в какие-то партии включается второй женский голос, или вы там поете вместе. В общем, зависит от того, с кем вы поете или поете один. Еще обратите внимание, что на втором припеве, где я делаю замедление, в конце, помимо того, что я сыграла вот эту последнюю строчку, когда меня кто-то полюбит, к аккорду С, который я играю всего лишь один раз, я добавляю плюс один удар вниз. То есть это будет звучать следующим образом. Когда меня кто-то
бы там некая пауза, и идет продолжение на третью куплет. И в конце есть вот такой некий, скажем так, припев-кода. Давайте мы ее тоже отдельно рассмотрим и разберем. Вы поете это все. Я буду жить мечтой лишенной, что состаримся мы вместе с тобой. И на рассвете я снова спою. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. И вот последнюю строчку вы просто очень мягенько играете аккорд фа, аккорд G и аккорд C без боя. Все самое основное мы с вами сейчас разобрали. Теперь давайте самое время соединить все от начала до конца. А он не в силах.
дать ей знать, куда смотреть без лавы и огня его голос смолк. Он утопил себя в слезах с мечтой, прощаясь навсегда. Она среди морей и связала их лава на века. Печали в прошлом до одной, он стал ее родной горой, и в предзакатный час звучат и голоса. Состаримся мы вместе с тобой, и на рассвете я снова спою: я тебя люблю, я тебя люблю. Если остались какие-то вопросы, непонятки, обязательно подчекайте по тайм-коду, я все расписала, подписала. Или же пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. Пиши свои пожелания в комментариях, это может быть что-то на поиграть, на попеть, поизучать какую-то музыкальную тему. Также напоминаю, что на канале у меня полно различных плейлистов про укулеле, обязательно чекай и смотри. Ну и напоследок хочу поблагодарить всех людей, которые поддержат меня финансово на Бусти. Вот эти ребята, взамен они получают клевые ништяки. Весь раздачный материал, но самое главное – мое почтение. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.